Вы знаете, что будете носить этим летом? А вот Валентин Юдашкин уже знает, что будет в моде следующей зимой. На одном из столичных показов кутюрье немало удивил публику не только нарядами, но и весьма зрелищным представлением. Первыми на подиуме появились не манекенщицы, а джигиты. После зажигательной лезгинки последовал выход моделей. Субтильные девушки едва не падали под тяжестью огромных попах. Кроме Кавказа, модельер черпал вдохновение в картинах американского художника-экспрессиониста Марка Ротко, большого любителя геометрии и монохромных цветов. Мы делали операции на, и в моей коллекции на классические темы, на балет, музыку, архитектуру и многое иное. А здесь это потрясающие цветовые палитры и полотна, то, что вдохновило на эту коллекцию. Конечно, мимо такой роскоши звезды отечественного шоу-бизнеса пройти не могли. Модный показ Юдашкина, как обычно, превратился в светское мероприятие вселенского масштаба. На VIP-местах были замечены Алла Пугачева, Александр Буйнов, Анжелика Гурбаш, Наташа Королева и Филипп Киркоров. Последний рассыпался в комплиментах к маэстро «Нитки и иголки». Это моя жизнь на сцене, и его одежда давала мне и будет давать и дает большой кураж. Потому что, когда ты хорошо выглядишь, чувствуешь, что ты безукоризненно выглядишь, у тебя сразу крылья вырастают.